Îmi pare bine că domnul Usat tot dat și candidatura dumneavoastră. Da. Și m-aș mândri că să avem așa un președinte. Și mă gândesc că dacă dumneavoastră o să fiți la putere, poate o să ne îmbunătățiți traiul la pensionari și la invalidi. Всеми силами будем помогать, потому что ведь нам нужно растить наше новое поколение. У меня внук в этом году пошел в школу. Да, да, я знаю, да. Как тебя зовут? Соня. Ar fi posibil ca, devine dumneavoastră la ședinții, ca a de făcut o inventariere totală în țara asta? În programul lui Renato s-a descris așa. Fiindcă inventarierea și naționalizarea, dacă da, e legal. Da, 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 cum? De făcut o lege, dar chiar și lege și alustrație. Legea și ea să dai posibilitate ca să, conform legii, gata, nu pot eu să merg acolo mai departe, să fac prostiile astea. Și vreau cum se ascunde. Interdicție, zice. Da, da, interdicție, dar pentru persoane criminale. Care veni, care faci pentru oameni, eu sunt pentru așa. Dacă se îndeplinesc legile, se îndeplinesc toate. Și dacă nu e încălcare de lege, ești care om la conducere, no, dacă șede și se teme de că dacă se încalce legea și e tras la răspundere administrativă, penală, care așa, apel să gândești, stați o leacă, eu, înaintea legii trebuie să duc răspundere, dacă se fac. Dar la noi și cine și vrea face, de atâta nu-i nică și de atâta se pornește că nu se dezvoltă nică. Мы уже больше недели, у нас прошло много, очень много встреч в разных регионах. Вот сегодня мы опять в Кишиневе. С одной стороны, впечатления самые лучшие, то есть люди поддерживают, люди очень хорошо к нам относятся. А с другой стороны, есть одна такая, ну, я бы сказал, тревожная и печальная такая вещь. Люди разуверились во всем. То есть люди нам говорят, что мы ни во что не верим, мы никому не доверяем. Нас столько раз обманывали, и вы нас снова обманете, почему мы должны вам верить? То есть вот это всеобщее недоверие, оно, конечно, охватило всю Молдову, всю республику. И чтобы это преодолеть, нужно приложить огромные усилия. То есть люди не верят в то, что возможна справедливость. Они не верят в то, что может развиваться экономика. Пенсионеры, везде жалуются пенсионеры на маленькие пенсии, на бедность. И они не верят, что можно что-то изменить к лучшему. То есть это, вот это, пожалуй, самая такая главная и самая сложная, наверное, задача. Вернуть у людей веру в то, что может что-то поменяться. Вернуть доверие к государству, вернуть доверие к политикам. Вернуть к людям... людям веру в то, что возможно вообще законность и справедливость. При нынешней власти это, ну, категорически невозможно. То есть это даже не обсуждается. Это первое и необходимое условие. Эту власть нужно менять. Пока этого не будет сделано, ничего больше не будет. То есть а дальше уже нужно восстанавливать законность. То есть все говорят, во главе угла должен быть закон. Люди хотят порядка и законности. Люди хотят положить конец, чтобы этому бардаку наконец-то был положен конец. То есть мы это готовы делать. У нас есть план, у нас есть решимость это делать. Если люди нам поверят, то я не сомневаюсь, что у нас получится.